зла есть одно положительное качество. Оно не ущербно. Понимаете? Что? Почему? Потому что ущербно только добро. Ущербно только добро. Конечно. А в чем ущербность зла? Вот ты не можешь ответить на этот вопрос. А в чем ущербность добра? Ну, приведи мне ущербность добра, например. Ну, в принципе, вообще, даже то же христианство, о котором сегодня говорили, они все ущербные. Все ну, вот смотрите, помните в притчу в Евангелии, да, когда женщина последние копейки положила за это, да? А тот положил больше, чем она, а Христос говорит, так ее вклад больше, чем твой. Потому что она отдала все, что у нее было, а ты даже 10% не отдал. Вот оно, ущербное добро. Я всегда хочу казаться хорошим, добреньким. Я всегда хочу казаться социально приемлемым. То есть почему криминальная традиция — уникальное транспортное средство истории? И мы, да и не надо притворяться. Они зло и так. Они и так зло, им кривляться не нужно. И как только они начинают кривляться, превращаться в социально приемлемых, они теряют все, что у них было. Автоматически. Это высшая форма ущербности, да, провокатор. То, что им никто не даст социализироваться без сотрудничества с правоохранительными органами. И они идут на предательство, чтобы социализироваться. И это все до одного. Без исключений. А кто не пошел на этого, того кончили. Такие как Бриллиант и так далее и тому подобное. Всех кончили. Кто не пошел на сотрудничество, кончили всех. Но в подавляющем большинстве все пошли на сотрудничество. Ну вот если мы возьмем японца, как бы, и так далее, эти не пошли на сотрудничество. И их всех убили до одного. Их никого, ну, нет. А других убили за сотрудничество. Таких как Хасан и прочих. За то, что сотрудничали с правоохранительными органами. За то, что сдавали. Ну, короче, уже спайка правоохранительные органы эти, и они там делали, что хотели, власть устанавливали, и за это и убили. Понимаете? То есть, как бы, как только они начинают социализироваться, им нужны правоохранительные органы. Потому что правоохранительные органы не дадут социализироваться просто. Никто не даст ограбить Национальный банк США, Форт Нокс, а потом стать честным, порядочным бизнесменом. А вся Америка построена по этому принципу. Именно поэтому они говорят, я могу отчитаться за все, кроме первого миллиона. Именно поэтому, потому что за каждым большим состоянием стоит преступление, говорила Нарада Бализай. Вот она, добро, на крови замешано. А зло не, оно зло просто. Все плохо. Зло. Оно не бывает ущербным. Зло ущербным, а добро все ущербным. Это то, что говорил вот этот вот в Непобедимом старик, живущий в горах. Где было ваше добро, пока не появилось зло? В природе нет добра и зла. Да. Где было ваше добро, пока не появилось зло? Он так говорит, ваше добро. Потому что у него добра никакого не существует. В этом смысле. Хорошенький. Все, кто хотят быть хорошенькими, попытка притворяться, что ты хороший. Всегда. Оконченные имеют шанс стать совершенным. Тоже всегда. Потому что они уже кончены. Эти хорошие. Им для того, чтобы стать совершенными, сначала конченными стать надо. А потом только совершенными. А эти уже кончены. То есть эти быстрее станут совершенными, чем те. Потому что тебе неизвестно, когда соберутся унизиться. То есть эгоизм — это не то.
Все люди эгоисты. В той или иной степени. И эгоизм человека не делает ущербным. А вот, вот это вот само представление о себе, это и есть наивысшая форма ущербности. Потому что как только до дела доходит, самопредставление очень сильно покалечено бывает. Вспомните, вот сверхзадача — это элементарная вещь, которая показывает, кто вы на самом деле, на самом сегодняшнем деле. Все. Просто и без, и со вкусом. Четко демонстрирует. То есть она ужасна сама по себе, сверхзадача. Она воплощенное зло, сверхзадача, сама по себе. Это самая мерзкая субстанция, которая существует в мире. Мало того, что не для себя, еще сверхусилия не для себя. Это невозможно, просто даже теоретически для человека. Невозможно. А раз невозможно, значит известно, что дальше. Значит, он хороший, этот парень. Этот чудак хороший. А хороший — это какой? Это никакой. Это никто. Ничтожество. Вот смысл. Поэтому зло не бывает ущербным. То есть поставь я задачу злому и плохому, задача будет выполнена безукоризненно. Поставь я хорошему задачу, всегда будет все завалено. За что они бьются? За то, чтобы вы признали их без проверки. Без демонстрации. Покажи. А покажи — это смерти подобно. Почему? Потому что это высшая форма власти. Это трюк. Это цирк. Это вилардит. Это победа в один выпад. Это верх совершенства. Покажи. А это что? А это обнажает всю ущербность человеческую, когда покажи. И опять же, что покажи? Я же могу объем увеличивать, но покажи. То есть на вашу корону задача в миллиард долларов. Если адекватно оценивать корону и задачу, то она должна соответствовать 1 миллиарду долларов в Соединенных Штатах Америки. В зеленом эквиваленте, в наличном эквиваленте, лежащем на этом столе. А это на всякий случай умножьте. 1 миллион долларов – это 8,5 килограмм бумаги. Теперь на миллиард умножьте, сколько это. То есть это эти дома, заваленные денежными купюрами под самый потолок, все комнаты. Вот такое количество денег здесь должно иметь, лежать, чтобы с такой короной ходить. Как у них, которые ходят. Вот. Вот миллиард должен быть.